Встречу с представителями ярославских СМИ новый главный тренер мужской волейбольной сборной России начал с просьбы поменять формат общения с официозной пресс-конференцией на более дружеское чаепитие. Первые вопросы о новом назначении, эмоциях и планах. Надо формировать новую команду. Вот. Надо понять сейчас, что у нас происходит с игроками. Мы уже начали обзванивать игроков, выяснять, в каком состоянии они находятся. Пока в расширенном списке тренера значится 35 имен. Большинство волейболистов Шляпникову хорошо знакомы по клубной работе или работе с юношескими и молодежными сборными. Есть среди них и пятеро воспитанников ярославского клуба. Михайлов, Гранкин, Бережко, Остапенко, Филиппов. Однако функциональная готовность некоторых вызывает опасения. Главное сейчас, по мнению специалиста, найти компромисс с клубами, чтобы совместными усилиями готовить игроков в национальную команду. Я бы разделил вот на свою работу в этот год. В этот сезон на три этапа. Первый этап – это вот как раз отборочное квалификационное соревнование в Эстонии к чемпионату мира 2018 года. Второй этап – это участие в мировой лиге. И третий этап – это подготовка к чемпионату Европы. Готовить команду придется почти на ходу. Паузы между этапами, если и будут, то небольшие. При этом почетный президент Ярославича Сергей Шляпников не забывает и про родной клуб. Надеется на скорую встречу с главой региона Дмитрием Мироновым и строит планы на либеро Ярославича Александра Соколова. Олимпийский чемпион, работа с либеро сегодня. У нас эта позиция в сборной, но вызывает, так скажем, опасения. Поэтому опыт Александра был бы очень важен и необходим для сборной. В общем-то, да. Поэтому он будет привлекаться, и потом, наверное, в его лице мы через какое-то время получим тренера нашей команды. Сергей Шляпников не скрывает, является сторонником советской модели подготовки и никого силой сборную тянуть не намерен. Любой спортсмен, прежде всего, сам должен хотеть ехать и выступать за свою страну и за свой флаг. Владимир Литуновский, Денис Ромашов. День в событиях.